Разрешите поздравить всех вас с праздником Крещения Господня или Богоявления. Сегодня наше праздничное богослужение проходит в Свято-Ильинском кафедральном соборе. Возглавляет божественную литургию митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Вместе с вами следить за ее ходом буду я, священник Валерий Суворов. Сейчас мы видим, как правящий архипастырь Архангельской епархии митрополит Даниил вошел в Свято-Ильинский кафедральный собор и сейчас совершает предваряющие литургию молитвы. Они так и называются – молитвы входные, молитвы, которые сопровождают вход священнослужителя в храм или в алтарь. По традиции, по самому тексту, эти молитвы относятся к молитвам покаяния, к молитвам, которые готовит сердце человека для совершения богослужения, для служения самому Христу. Смиряясь, человек приготовляет себя для того, чтобы принести жертву словом, жертву духом, жертву своей собственной верой, для того, чтобы определить, выделить это время своей жизни не для житейских попечений, а для самого Господа. Собственно, поэтому и день, событие сегодняшнее называется праздником. Ради величайшего события крещения Господне человек выделяет свое время для праздности, то есть не для совершения дел, но для молитвы. Мы видим, как митрополит Даниил благословляет присутствующие в храме духовенство архангельских церквей и молящихся. История праздника Богоявления Господня очень древняя. Как мы с вами говорили в дни празднования Рождества Христова, некогда этот праздник праздновался вместе с Рождеством в один день. Но с IV века эти праздники были разделены. Но о празднике упоминается в древнейшем историческом источнике, который называется «Апостольские постановления». В них прямо говорится: «Богоявление праздник да празднует, понеже в тот день бысть явление Христова Божества, свидетельствовавшую Его Отцу в крещении и утешителю Святому Духу, в виде голубини, показавшую предстоящим свидетельствованного». Это цитата из пятой книги и 42 главы «Апостольских постановлений». Во II веке на празднование крещения Господня и ночное перед этим праздником богослужение указывает святой Климент Александрийский. В III веке свои беседы на богоявление составили такие известные святые, как священномученик Ипполит Римский, святой Григорий Неокесарийский. Святые отцы IV века Григорий Богослов, Григорий Ниский, Амвросий Медиоланский и известный проповедник Иоанн Златоуст и многие другие святые отцы оставили нам свои глубоко духовные назидательные поучения, которые они произносили как проповеди в праздник Богоявления. Все это показывает нам о том, что уже тогда, в то время, в IV веке, праздник Богоявления широко отмечался. Такие святые отцы, как Анатолий, архиепископ
Константинопольский, Андрей и Сафроний Иерусалимский в VII веке, Косьма Маюмский и Иоанн Дамаскин в VIII веке составили уже каноны, то есть богослужебные песнопения праздника Богоявления. А такие святые Герман, патриарх Константинопольский, Иосиф Студит, Феофан и Византий в IX веке также составили многие песнопения на праздник Крещения Господня. Так в течение веков шло формирование богослужебного канона, богослужебного текста, праздника Богоявления Господня. И надо сказать, что эти песнопения, эти составленные святыми стихи, особые гимнографические тексты до сих пор используются в храмах православных церквей, не только русской, но и других поместных православных церквей. Конечно, до нас эти тексты дошли в переводе с греческого языка. При праздновании крещения между восточной и западной православными церквами не было разницы, которая существовала при праздновании Рождества Христова. Как я уже говорил, празднование проходило в один день. Отделение праздника Рождества Христова и перенесение его празднования на 25 декабря произошло в IV веке. Древняя церковь 6 января по старому стилю и 19 января по новому стилю, кроме указанных событий Рождества и Крещения Господня, вспоминала и другие, в которых сказано, отражено божественное достоинство Христа. Но об этих смыслах сейчас не часто вспоминают. О чем идет речь? А именно, вспоминалось о поклонении волхвов, вспоминалось о первом чуде явления силы Христа в Кане Галилейской и о насыщении Христом Спасителем 5000 человек. А сейчас мы видим, что в Свято-Илинском соборе завершилось облачение в священные одежды митрополита Даниила, духовенство готовится к получению благословения правящего архипастыря и к совершению литургии. Благослови, Владыко Бог, благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне присно и во веки веков.
Божественная литургия началась. Говоря точнее, началась ее вторая часть – литургия оглашенных. До этого момента в алтаре уже совершилось приготовление святых даров – хлеба и вина, которые за время совершения Божественной литургии станут телом и кровью Христовой, станут теми дарами, которые люди, все человечество, приносят Господу в благодарение за все то, что Бог совершил ради нас. Мы приносим то, что совершил Господь. Мы приносим то, что дал нам Господь, вспоминая Его рождение, крещение, проповедь, слова и наставления. А самое главное, вспоминаем Его искупительные страдания, воскресение в третий день, вознесение на небеса и обещание Его снова прийти для того, чтобы совершить суд и призвать своих к себе вечное царство. Именно этому воспоминанию жизни Господа и посвящена Божественная литургия. Это утренняя служба, которая совершается ныне во всех храмах. Нужно учесть, что праздник Крещения – великий праздник, относится к числу 12 великих праздников. И во многих храмах Русской Православной Церкви сегодняшняя ночь также была озарена богослужениями. Во многих храмах совершались всеночные бдения и ночные божественные литургии. Сегодня в Илинском соборе служится божественная литургия в 7 часов утра для того, чтобы дать возможность как можно большему числу людей помолиться за этим богослужением, получить благословение Божие, для того, чтобы с молитвы, с богослужения начать трудовой день и трудовую неделю, чтобы ничто не могло помешать нам помолиться вместе с духовенством и друг с другом Господу в праздник Крещения. Праздник Крещения или Богоявления. У него есть и еще другие названия. Давайте постепенно разберем каждый из них. Праздник Крещения связан с евангельской историей, которая по свидетельству всех четырех евангелистов произошла на реке Иордане, когда пророк Иоанн Предтеча крестил в реке Иордане самого Господа Иисуса Христа. Это происходило чудесным образом, и святой пророк Иоанн Предтеча по своему смирению сначала сопротивился воле Божией, считая себя недостойным совершать крещение того, о котором возвещали все пророки, о котором писали Писание. Но Господь остановил его сомнения и сказал, что надлежит нам исполнить всякую правду. Когда Иоанн омыл Христа водой Иордана, он услышал голос Бога Отца, а предварял его видение Духа Святого в виде голубя, который сошел на Христа. Таким образом, Бог открыл человечеству себя, открыл, что Он есть Троица, единый Бог, Бог единый в трех лицах, Отец, Сын и Святой Дух. Господь по своему смирению, воплотившись, сделавшись, став человеком, принимает крещение, Он омывает грехи человеческой плоти, первородный грех, который свойственен каждой человеческой личности, телу каждого человека, рождающегося в мир. Господь совершает крещение, чтобы и мы через свое личное крещение стали сопричастными Его Царству, стали подобны Ему, получили возможность жизни вместе с Богом.
Сейчас в Свято-Илимском кафедральном соборе совершается божественная литургия. Первая ее видимая часть, литургия верных, только что была произнесена мирная ктения, был пропет первый антифон, который из стихов псалмов рассказывает нам о том, как предвкушалось, предварялось это событие крещения Господня в книгах Ветхого Завета, в книге Псалтыри. Сейчас поется второй антифон, совершится песнь «Единородный Сыне Божий», и все антифоны постепенно ведут нас к малому входу, входу с Евангелием. О нем я расскажу чуть позже. Но если вернуться к празднику, к наименованию праздника Крещения, то вот интересно было бы привести вам, как святитель Феофан Затворник, известный старец и святитель, епископ, говорил о событии крещения. Он писал так: «Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем, в этом событии, явил себя так осязательно единый истинный Бог в Троице поклоняемый, Бог Отец голосом с неба, Бог Сын, воплотившийся крещением, а Бог Дух Святой нисшествием на крещаемого». Тут явлено и таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся, который соприсущий Ему Духом Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что спасение каждого человека может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по благоволению Отца. Все таинства христианские сияют здесь божественным светом и просвещают умы и сердца с верою совершающих это великое празднество. Хочется пожелать всем нам, чтобы и мы осветились, озарились светом этого праздника, расположив свое сердце, душу, свои молитвы, свои мысли в этот день, направив их к самому Господу, прославив Его, помолившись Ему, покаявшись пред Ним. Сейчас мы слышим, как многократно, чередуясь со стихами из Псалтыри, поется главное песнопение праздника — тропарь, праздника,
крещение Господне, во Иордане, крещающийся Тебе, Господи. Вот как можно перевести его на русский язык. При крещении Твоем во Иордане, Господи, открылось поклонение Троицы, ибо голос родителя свидетельствовал о Тебе, возлюбленным Тебя сыном называя, и Дух в виде голубицы подтверждал его слова, слово непреложность, явившийся Христе Божий и мир просветивший, слава Тебе. Во время третьего антифона духовенство из алтаря выходит в центр храма и преподносит Евангелие. Завершился вход, малый вход в алтарь, и мы видим, что сейчас по завершении каждения в
все присутствующие в храме пожелали владыке на греческом языке многое благое лето. Испала эти деспота, именно так и переводится с греческого языка, на многое лето господин. Исполняется снова тропарь и кандак праздника, главные песнопения. О тропаре мы уже с вами сказали, а вот как переводится кандак праздника, переводится на русский язык. «Явился ты в сей день вселенной, и свет твой, Господи, запечатлелся на нас в полноте знания воспевающих тебя. Пришел, явился ты, свет неприступный». Мы слышим песнопения, молитвенные восклицания: «Елица во Христа крестившися, во Христа облекостася». То есть те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись. Оно не случайно исполняется сейчас. Все дело в том, что в канун праздника Крещения Господня в древности крестились те люди, которые готовились к принятию таинства крещения. Проходило крещение оглашенных. Память об этом ныне совершается. Центральное место алтаря, находящееся на возвышении за престолом. Само это восхождение также символически знаменует явление Бога людям. Мы в одной из трансляций говорили о том, что служение епископа за божественной литургией свидетельствует, словно символически изображает служение самого Христа. И вот когда восходит архиерей на горнее место, мы об этом действии вспоминаем событие крещения Господня. Об этом и говорит тропарь, который читает в этот момент протодиакон, находящийся рядом с владыкой.
Только что был прочитан отрывок из послания апостола Павла к Титу. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ избранный, ревностный к добрым делам». Все присутствующие в храме готовятся сейчас к чтению отрывка из Священного Писания, из Евангелия. Будет прочитан отрывок из 3 главы Евангелия от Матфея. Иисуса, Боже, милый.
Когда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него, Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Так повествует евангелист Матфей в 3 главе Евангелия, написанного им. Как мы уже говорили, все 4 евангелиста повествуют о событии крещения Господня. У евангелиста Матфея это событие мы найдем в 3 главе, в 13 и 17 стихах. У евангелиста Марка в 1 главе, с 9 по 11 стихи. У евангелиста Луки в 3 главе мы сможем прочитать о крещении в 21 и 23 стихах. У евангелиста Иоанна Богослова в 1 главе, в 33-34 стихах, в этих двух стихах также упоминается о крещении Господнем. Праздник крещения Господня или Богоявления называется еще одним важным словом, эпитетом – днем просвещения или праздником светов. Мы говорили об этом, когда слышали такое песнопение «Елица во Христа, крестившийся во Христа, облекошися». Как раз праздник светов или праздник просвещения называется он потому, что в этот день, в канун этого дня, совершалось крещение людей, готовящихся к крещению. Эта подготовка совершалась в течение нескольких лет, до 3 лет. А вот как о празднике Богоявления говорится в тексте самой службы. В тексте службы вечерней и утренней. Давайте немножечко коснемся содержания богослужебных песнопений. «Днесь, то есть сегодня, небесе и земли Творец приходит плотью на Иордан, крещение прося безгрешный, и крещается от раба владыка всяческих», поется в стихире на стиховне. Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем Его богочеловеческим делом спасения людей. Оно составляет решительное и полное начало этого служения. Крещение Господне в деле искупления человеческого рода имело большое спасительное, сущностное, или, как бы сказали богословы, онтологическое значение. Крещение на Иордане источает смертным оставление, отпущение грехов, просвещение, воссоздание человеческого естества, свет, обновление, исцеление и как бы новое рождение, паки бытие. Избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролития, отврати належащие беды, решенная крова веди в домы, алчущие напитай, плачущие утеши, разделенное совокупи, не остави стада своих от сродних своих, во ослаблении сущих умалитеся, но скорое примирение го щедро даруй, ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам я подашь, да единым сердцем и едиными усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков. Аминь.
Только что мы слышали, как была произнесена молитва о мире на украинской земле. Эта молитва читается за каждой божественной литургией в каждом храме Русской Православной Церкви. Литургия, праздничная литургия в праздник Крещения Господне продолжается. Звучат и птени, и произносятся, тайно произносятся в алтаре молитвы о обглашенных, то есть о людях, о готовящихся к святому крещению. Мы видим, что на Святом Престоле раскрыт, развернут антиминс, читаются молитвы, благословляется антиминс для того, чтобы буквально через несколько минут при совершении великого входа на этот освященный плат были поставлены чаша и дискос, хлеб и вино, приготовленные для божественной литургии. Яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Подержав это Твоей всегда храним и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Звучит херувимская песня. Только что возглавляющему совершение литургии митрополиту Даниилу был принесен сосуд с водой, которым владыка умыл руки, символ духовной чистоты, символ готовности всецело посвятить себя молитве, возношению ума и сердца к Богу, для того, чтобы совершить величайшее таинство Евхаристии.
Начинается совершение великого входа, входа с приготовленными для Евхаристии дарами, хлебом и вином. В нем принимают участие все священнослужители. Дискос несет протодиакон, священники несут чашу, в которой находится вино, приготовляемое для причащения. Этот вход, напомню, символизирует вход Господень в Иерусалим, вольное, то есть добровольное шествие Христа для распятия и погребения. Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Спаса Преображенские Соловецкие обители Священного Архимандрита, да поминет Господь Бог по Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Святые дары поставляются на Святой Престол, на антиминс. Чаша и дискос раскрываются, снимаются воздух, покровы с них, они полагаются на престоле. На голову митрополита возлагается митра, совершается покрытие святых даров воздухом, кождение святых даров. И звучат молитвы, которые вспоминают события погребения Христа. Вспоминается благообразный, благочестивый Иосиф, который снял тело Христа, сок Христа и положил ее во гроб. В данный момент престол символизирует собой гроб Господень, то место, ту пещеру, где положен был Христос его учеником Иосифом. Во время иктении исполним молитву нашу. Духовенство в алтаре читает молитву. Молитву после поставления божественных даров на Святом Престоле. Вот как она звучит по-русски. Господи Боже наш, сотворивший нас и приведший в эту жизнь, показавший нам пути ко спасению, даровавший нам небесных таинств откровения, Ты поставил нас на это служение силою Духа Твоего Святого. Благоволи же, Господи, чтобы нам стать служителями нового Твоего Завета, совершителями Твоих таинств. Прими нас, приближающихся к святому Твоему жертвеннику, по множеству милости Твоей. Да будем достойны приносить Тебе эту словесную и бескровную жертву за наши грехи и за грехи неведения народа, приняв ее на святой и превысший небес и невещественный Твой жертвенник, как аромат благоухания. В воздаяние ниспошли нам благодать Святого Твоего Духа. Взгляни на нас, Боже, и посмотри на это служение наше, и прими его, как Ты принял дары Авеля, жертвы Ноя, всесожжение Авраама, священнодействие Моисея и Аарона, мирные жертвы Самуила, как Ты принял от святых Твоих апостолов это истинное служение, так прими и из рук наших грешных эти дары по благости Твоей, Господи, чтобы мы, удостоившись безупречно служить святому Твоему жертвеннику,
получили награду верных и благоразумных домоправителей в день страшный Твоего праведного воздаяния. Молитва – символ веры. В ней, в 12 ее частях, содержатся основные догматы православного учения. Мы видим, как у Святого Престола духовенство колеблет воздух, плат над головой правящего архипастыря. Это возведение и низведение воздуха символизирует о том, что в момент воскресения Христа во гробе было зафиксированное исторические землетрясения, а также означает и видение, нисхождение благодати Духа Святаго на Святом Престоле над святыми приготовленными дарами, хлебом и вином, которые за время Божественной Литургии по Слову Господа становятся телом и кровью Христа. Сейчас, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители, давайте вместе помолимся Господу, чтобы Он осветил нас, пришел своей благодатью и милостью на всех нас молящихся. Начинается самая главная, важная, торжественная часть Божественной Литургии, которая называется Евхаристический канон. Именно во время ее, по молитвам и призванию имени Божия, происходит приложение хлеба и вина в истинные тело и кровь Христову.
славящее и глаголющее.
Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней, Владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии. Совершился евхаристический канон. Наверное, вы обратили внимание, что во время его совершения звучали не совсем привычные слова. Когда мы вспоминали слова Господа, мы слышали слова, которые начинались такими словами: «Даде святым своим ученикам и апостолам рек: примите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов». Да, эти слова немножко отличаются от привычных, потому что сегодня, в понедельник, совершается литургия не святителя Иоанна Златоуста, к которой мы привыкли по воскресным дням и торжественным праздникам, а литургия святителя Василия Великого. Она отличается тем, что евхаристические молитвы более протяженные, продолжительные, в них есть другие слова, воспоминания о Христе, написанные этим святым святителем, проповедником. Поэтому сегодня мы и видели, и слышали такие небольшие различия. Литургия Василия Великого совершается всего 10 раз в году, и в этот день мы совершаем ее также. По уставу, если праздник крещения Господня бывает в понедельник, а точнее сочельник, если выпадает на воскресный день, то в сочельник служится литургия Иоанна Златоуста ради воскресного дня, а в сам день праздника крещения служится литургия Василия Великого. И вот поэтому мы с вами являемся сегодня свидетелями совершения литургии Василия Великого. Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Спасо-Преображенские, Соловецкие обители священного архимандрита, Его же даруй святей Твоей Церкви, мире цело, честно, здраво, долгодействующа, правоправяща слово Твое я истины. Помяни, Господи, Господина нашего, Высокопреосвященнейшего Даниила, митрополита Архангельского Холмогорского, Его же даруй святей Твоей Церкви, в мире цела, честна, здрава, долгодействующа, правоправяща слово Твое я истины. Пречестное, великолепое имя Твое,
Святого Духа, ныне и присно и во веки веку. Аминь. И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами. Продолжается совершение Божественной Литургии в Свято-Илиинском Кафедральном Соборе. Сегодняшнее богослужение посвящено великому двунадесятому празднику Крещения Господня. Мы с вами уже начали раскрывать события содержания праздника, исходя из богослужебных песнопений. Давайте продолжим. Крещение Господа Иисуса Христа в Иорданских водах, в водах реки Иордан, имело значение не только как символ очищения, но и глубочайший символ, который преобразовал обновляющее действие на человеческое естество. Погружением своим в воды Иордана Господь осветил все естество вод. Об этом мы слышим в вечерне стихире на стиховне «На славу и ныне». Осветил Господь все естество вод и всю землю. Присутствие божественной силы в водном естестве, наше тленное естество через крещение преобразует в нетленное. Крещение оказало благодатное действие на двуединое человеческое естество, то есть на тело и душу человека. А сейчас все молящиеся в храме призываются вместе к молитве «Отче наш». Человек.
человеколюбием единородного Сына Твоего, с ним же благословенный сии, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Возгласом «Святая святых» начинается особый момент Божественной Литургии, который готовит всех присутствующих в храме к причащению святых тайн. «Святая святым», то есть «святая», «святой хлеб» и вино, которые стали телом и кровью Христовыми, стали величайшей святыней, предлагаются святым, то есть всем христианам, всем присутствующим в храме. И хор, как бы от лица молящихся, отвечает на эти слова: «Един свят, один святой, един Господь», то есть один Господь Иисус Христос, пришедший во славу Бога Отца. Мы видим, как раздробляется, делится, разрезается на несколько частей по числу священнослужителей одна из частиц Агнца. Всего их четыре. На них написаны такие слова на четырех частицах: Иисус Христос Ника. Ника значит с греческого победитель. Частица Иисус опускается в чашу, частицей Христос причащаются священнослужители, частицами Ника будут причащаться миряне после того, как завершится причастие священнослужителей. Сегодня мы вспоминаем с вами величайшее событие – богоявление или крещение Господне. В нем содержится очень много смыслов духовно значимого содержания. Мы уже стали касаться его, раскрывая этот смысл, это содержание через тексты богослужения. Мы уже с вами говорили и повторюсь о том, что крещение Господа Иисуса Христа в Иордане фактически стало основанием, которое даровало каждому человеку возможность духовного возрождения, возрождения водою и духом. То есть через видимое совершение обряда крещения, совершение таинства крещения Духом Святым, который исходит в момент крещения на того, кто его принимает. Об этом мы слышали и слова Христа тогда, когда читаем Евангелие. Господь являет себя основателем нового благодатного царства, в которое, по словам Христа, нельзя войти без крещения. Об этом мы можем с вами прочитать у евангелиста Матфея в Евангелии от Матфея, 28 главе, 19-20 стихи. Накануне повечерия, в третьем тропарии седьмой песни, приводится словно слова Христа: «Со мною, если кто снидет и спогребется крещением, со мною славы насладится и воскресение. Христос ныне возвещает». Троекратное погружение каждого верующего во Христа именно в таинстве крещения изображает смерть Христову, а исхождение, выход из воды, изображает приобщение к тридневному его воскресению. Об этом мы можем также прочитать в каноне седьмой песни, третьем топоре, по вечере под праздник крещения, который читается 5 января, в канун праздника. Мы сейчас только что с вами говорили именно о таинстве крещения, которое совершается единожды, один раз для каждого человека. Но мы знаем, что сейчас очень широкое распространение получило довольно новое по отношению к традициям, к канону церковному, такая традиция погружения в
воды, освященные источники в праздник крещения Господня, в ночь крещения и в сам день крещения. И очень часто много возникает вопросов, а что означает это погружение в реки, озера в момент крещения? Какое духовное значение оно приносит для человека? Обязательно ли оно или не обязательно? Что происходит с человеком? Об этом важно сказать. Все дело в том, что праздник Богоявления, крещения приносит пользу души и разуму человека тогда, когда человек, во-первых, принимает участие в богослужении, когда он становится участником литургии, предварительно к нему подготовившись, исповедавшись и причастившись святых Христовых тайн. Все это участие в богослужении совершается ради Бога, ради Христа, ради того, чтобы Господь увидел, услышал молитвы человека. И Господь по слову своему освящает всякого, кто приходит к Нему. Но желание человека еще более осветиться простирается и на более широкие формы этого освящения. Есть традиция в праздник крещения идти на Иордань, то есть идти на ближайший естественный водный источник и освящать и в нем воду, словно напоминая о том, что крещение Господа в Иордане осветило все естество вод, независимо от его нахождения, места его нахождения на земле, оно получает освящение. Так вот, человек, который желает приобщиться к святыне, погружаясь в воду, безусловно, должен иметь особое духовное настроение, устроение своей души и сердца. Абсолютно недопустимо приходить к святыне на источники в расслабленном состоянии, в нецельном состоянии, в греховном состоянии. Само по себе погружение в водные источники, в водоемы, не дает человеку оставления грехов. Для этого есть таинство покаяния, таинство исповеди. Переживание вот этого экстремального, можно сказать, способа освящения не является чем-то обязательным, но оно вполне естественно для человека, который любит Бога, который желает обновления и освящения от Него. Поэтому очень важно в этот момент сохранять благоговение, разумную осмотрительность, трезвый разум для того, чтобы понимать смысл и значение этого освящения. Для того, чтобы святыня еще более пребывала в эти дни среди нас, есть традиция приносить освященную в храме крещенскую воду домой. Но и здесь, к сожалению, существуют некоторые обряды и традиции, которые не имеют ничего общего с православным почитанием святой воды. Святая вода, которая преподается в храме, освящается особым чином великого освящения воды, она преподается для того, чтобы ее можно было пить, кропить жилища, помазывать себя или своих близких, детей, здоровых и болящих, для того, чтобы по молитве получать благословение Божие. Абсолютно недопустимо использовать ее в каких-либо иных целях. Здесь нет и не может быть ничего языческого, не может быть ничего ритуального, которое не связывает с Богом. К сожалению, и такое происходит с нами, когда кто-то начинает употреблять эту воду с какими-то предсказываниями, чуть ли не заклинаниями, которые начинают ее использовать там, где для чего она не посвящена. Что же происходит в этот момент? Благодать просто не действует на человека. Она проходит мимо сердца человеческого, если оно не готово его принять. И отсюда вытекает еще один вопрос. А сколько воды необходимо, чтобы осветиться человеку? Ответ очень простой. Количеством, объемами, литрами не измеряется количество благодати. И одна капля может осветить человека и умножить и осветить большой источник, водоем или любой сосуд. А сейчас
в Иринском кафедральном соборе начинается таинство причащения мирян. Давайте помолимся, чтобы Господь вошел через уста, в сердца и души людей, кто будет сейчас причащаться тела и крови Христовых. Верую, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир грешное спасти. От них же первый есть мас, и еще веруя, яко сие самое пречистое тело Твое, и сие самая честная кровь Твоя, молюсь, убы Тебе помилуй меня, и прости мне прегрешение мое, больное и невольное, еже словом, еже делом, еже ведьем и неведьем. Исподоби меня неосужденно причаститеся, причистых Твоих таинств, во оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Вечере Твоя тайная дней, Сыне Божий, причастника меня прими. Не во врагом Твоим тайну помен, ни лапзанье Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем, да не в суд или во осуждение будет не причащение. Причистых Твоих таинств, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь. Напоминаем, кто не был на исповеди или что-либо пил, кушал в этот день, тот не должен приходить чашу. Святых тела и крови Христа. Причащение совершается по заповеди, по слову, которое Господь оставил для каждого из нас в Евангелиях, написанных Его учениками, последователями. Господь сказал, что в причастии, то есть через причастие тела и крови Христовых, Господь пребывает с каждым из нас. Даже более ярко и точно сказано. А тех, кто будет причащаться, Господь сказал, в том я пребуду, и Он во мне. Происходит самое глубочайшее, таинственное, неизведанное, но духовно значимое и даже ощущаемое фактически на физическом уровне благодатное обновление человека. Все это происходит тогда, когда сердце человека желает встречи с Богом и готовится к этой встрече. Люди причащаются в праздник Богоявления или Крещения Господня. Как говорил святейший патриарх Кирилл, крещение Спасителя в водах Иордана и явление Святой Троицы и дало название празднику Богоявления. Как говорил святейший патриарх Кирилл, есть еще одна причина, почему мы называем этот праздник Богоявлением, потому что во Христе Иисусе, родившемся в Вифлееме, мы имеем особое откровение Бога о самом себе. Об этом замечательно сказал апостол Павел, помогая нам понять смысл воплощения Сына Божьего. Он говорит, что во Христе явилась полнота Божества телесно, непостижимый Бог, Творец Вселенной. Достаточно взглянуть на звездное небо, чтобы ум буквально оцепенел от величия мироздания. И куда бы ни направили бы мы наш взор на небо или на землю, на травинку или на человека, везде безграничная и непостижимая божественная мудрость. Но людям всегда хотелось знать, что есть Бог. Им всегда хотелось обрести того, кто создал мир и человека. И потому почти вся история мира – это история поисков Бога. Мы знаем, как в древности люди, желая представить себе Бога Великого, создавшего мир, фантазировали, создавая неких идолов, иногда величественных, огромных, сделанных из золота и серебра. Людям казалось, что нужно сделать нечто значительное, прекрасное, чтобы хоть как-то отобразить их понимание Бога. И мы знаем, что все это было тщетным, суетным, ложным
и даже греховным. Бог являлся особым образом в истории рода человеческого. Он говорил с Адамом, он был близок к первым людям, он не оставлял своим промыслом человека и творения. Мы знаем, что Бог особо явился Аврааму в виде трех странников. Бог явился Иакову, вступив с ним в борьбу, показывая ему силу свою. Бог явился Моисею в несгораемой купине. Но все эти явления Бога в древности лишь отчасти помогали человеку понять, что есть Бог. Для того, чтобы люди знали Бога настолько, насколько позволяет их природная сила, Бог в Иисусе Христе, воплощенном Сыне Своем, открывает полноту Своей божественной природы. И теперь мы не можем сказать, что не знаем Бога. Конечно, наши знания безгранично слабы. Наши знания безгранично недостаточны пред безграничным могуществом Бога. Но, тем не менее, эти знания дают нам возможность осуществить нечто очень важное в нашей жизни. Потому что Сын Божий пришел в мир и говорил нам, а значит, мы можем сказать, что знаем мысли Бога, Его мысли о человеке. Мы знаем и волю Божию, ибо Слово Божие открывает нам эту волю через Его заповеди, Его законы. И мы знаем, что воля Божия расположена только к добру. Это и есть добро. Звучит благодарственная иктиния, молитва, которым все верующие в храме благодарят Господа о причащении святых христовых тайн. И только что мы с вами видели, как в центре храма установлена купель, у нее зажжены свечи, потому что скоро состоится великое освящение воды. Почему же мы именно сегодня особым образом освящаем воду? Все это происходит по древнейшей традиции, восходящей к первым годам существования Церкви Божией. Освящается вода призыванием Святой Троицы, призыванием Господа. И вода, не меняя своего естества, наполняется божественной энергией, божественной силой. И этот дивный акт сообщает нам уверенность в том, что Бог благодатью Своей может пребывать со всеми нами, со всем Своим творением. Как говорил святейший патриарх Кирилл, в день Богоявления Господня, как и в день Рождества Христова и на Пасху, в Древней Церкви всегда крестили оглашенных. Оглашенные — это те, кто готовился к принятию крещения, кто проходил особое назидание, преподаваемое епископом или пресвитерами, кто готовил себя умственно и духовно к принятию великого таинства. В храме зазвучала стихира на освящение святой воды. «Глас Господень на водах вопиет глаголе». Мы видим, что духовенство во главе с митрополитом Даниилом выходит из алтаря в центр храма к кафедре, у которой уготована купель с водой, которая сейчас будет освящаться.
и на чтение. Благоволит Господь, почерпите воду с весельем, от источник спасения, и речеши в день он исповедайтесь о Господе, и призовите имя Его, возвестите во языце славу Его, помяните яко вознесеся имя Его, пойте имя Господне, яко высокое сотвори, возвестите сия по всей земле, радуйтесь и веселитесь, живущие в Сионе, яко вознесеся, святый Израилев, посреди Его. Прокимен глаз третий, Господь, просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюсь. Продолжается чин освящения воды, великого освящения воды в праздник крещения. Звучала примея, отрывок из книги Исаии пророка. Будет звучать сейчас апостол и Евангелие. Мы все становимся участниками этого освящения. Нужно сказать, что освящение воды совершается дважды. Накануне праздника крещения, в сочельник, и в сам день праздника. Вода, которая освящается в эти дни, имеет абсолютно равное достоинство и абсолютно одинаковую освящающую благодатную силу. Поэтому абсолютно неразумно считать, что одна вода сочельника и вода в сам праздник крещения чем-либо отличается. Такое двойное освящение совершается у нас с 17 века на соборе Русской Православной Церкви. В 1667 году в Московском соборе было решено совершать двукратное освящение воды, как это совершалось в древности. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, в эти дни сохранять благоговение и не смущаться тем, что вода, совершенная в сочельник, кто-то не успел ее взять и осветиться и принести в дом. Это можно всегда сделать, даже в течение нескольких дней после праздника крещения. Во Иордане, и Абия, восходя от воды, видя разводящиеся небеса, и духа, як у голубя, сходящего на него, и глаз бы из небеси, ты си сын мой возлюбленный, о нем же благоволи. Oh,
слова Твоя, и ни единого же слова довольно будет пению чудес Твоих. Велиеси, Господи, и чудно дела Твоя, и ни единого же слова довольно будет пению чудес Твоих. Велиеси, Господи, и чудно дела Твоя, и ни единого же слова довольно будет пению чудес Твоих. Тыбо хотением от несущих, Твое же бытие приведы всяческое, Твоею державою содержишь и твари Твоим промыслом строишь и мир. Ты от четырех стихий, тварь сочинивый, четырьми временный круг лета венчал иси. Тебе трепещут умные все силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы. Ты простерл иси небо, яко кожу, Ты утвердил иси землю на водах, Ты оградил иси море песком, Тыка отдыханием, воздух излиял иси. Ангельские силы Тебе служат, архангельские лица Тебе кланяются, многочитие херувими, шестыкрылатие и серафими окрестоящие, и обретающие страхом неприступная слава Твоя пребывает, покрываются. Ты бы Бог Сы, неописанной, безначальной же неизглаголанной, пришел иси на землю, образ раба приим, подобие человечестим быв, не потерпел иси владыка милосердия, ради милости Твоя зрете, от дьявола мучима рода человеча, но пришел иси, и спас иси нас. Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяния. Естества нашего рода освободил иси, девственную осветил иси утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя явшуюся. Ты бо Бог наш, на земле явился иси, с человеки пожил иси. Ты иорданские струи осветил иси. С небеси не спасла вы святого Твоего Духа, и главы там огнездящихся сокрушилась из змеев. Сам убо человека любче царю, приеди ныне наитием святого Твоего Духа и освети воду сию, и дашь ей благодать избавления, благословения Орданова, сотвори ее нетление источник, освящение дар, грехов разрешение, недугов исцеления, демонов губительну, сопротивным силам неприступну ангельские крепости исполнену. Да все, черплющие и причащающиеся, имеют ю, к очищению души телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядну. Ты, бо еси Бог наш, и живодою духом обновивой, обетшавшая грехом естество наше. Ты, бо еси Бог наш, водою потопивой приной грех. Ты, еси Бог наш, и же морем свободивой от работы в фараоне, Моисеем род еврейский. Ты, бо еси Бог наш, разразивый камень, и потекоша воды в пустыне, и потоца наводнишися, и жаждущие люди Твоя насытивай. Ты, еси Бог наш, и же водою огнем применивай Илью, Израиля Илья от прелести Валова, сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим святым, дашь же всем, прикасающимся ей и причащающимся, и мажущимся ею, освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, и помилуй великого господина отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, преосвященное митрополита, архиепископа, епископа православное, весь священнический, монашеский чин и вся православные христиане. И сохрани их под кровом крил Твоих в мире, даруй им вся яже ко спасению прошение и жизнь вечную, да и стихиями и человеки, и ангелы, и видимыми, и невидимыми славится Твое Пресвятое имя. Со Отцем и Святым Духом ныне и присно, и во веки веков. Славу и благодарение, поклонение высылаем с обезначально Твоим Отцем, и с Пресвятым и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
мы видим, как совершается чин великого освящения воды. Крест Христов опускается в каждый из сосудов, чаш, которые приготовлены для освящения, с пением тропаря праздника. Сейчас мы видим, как совершается окропление всех присутствующих в храме, только что освященной крещенской водой. Сегодня великий день, пишет святейший патриарх Кирилл. Он напоминает всем нам о таинстве нашего собственного крещения, призывая каждого из нас принять это таинство не как некий обычай, или, как говорят люди, не знающие, обряд, а как великую тайну нашего спасения и вместе с крещением облечься во Христа. Это обличение не происходит мгновенно, так, чтобы человек вышел из вод крещения и сразу облекся во Христа. Обличение во Христа, спасительные ризы, есть дело всей жизни. Оно всегда сопровождается борьбой, напряжением сил, потому что обличение во Христа требует преодоления многих искушений, соблазнов и обманов, всего того, что часто отрывает человека от Бога. Это есть некое задание на всю человеческую жизнь. И до самого последнего дыхания каждый из нас должен повторять эти дивные слова. «Я во Христа крестился, я во Христа облекаюсь». Тогда вера наша будет живой и действенной. Тогда люди будут творить добро не по принуждению, не по указанию, а по велению сердца. Потому что творить добро по указанию невозможно. Тогда творение добра превращается в некое совершение долга. Мы можем жить полной христианской жизнью лишь тогда, когда естественно, без принуждения, по стремлению и желанию своего сердца творим то, чему научены Господом. Пусть же праздник Богоявления обновит в нас силы сохранять верность Спасителю. Yeah.
Вот мы видим в Евангелии, как Господь идет на Иордан. Он идет не один, рядом с ним идут другие люди. И со стороны нет отличия. Нет отличия царя от простого раба, нет отличия Бога от творения, света от тьмы, греха от добродетели. И вот первый, кто замечает это отличие, это тот, кому идут все эти люди. Они идут к великому мужу, аскету пустыни Иоанну Крестителю. Идут с тем, чтобы смыть свои грехи в реке Иордане. Иоанн делает свое дело. Но вот он замечает среди всех людей того, которому он, как он сам свидетельствует, недостоин развязать даже ремень на его обуви. И он тогда говорит: «Се Агнец Божий, вземляй грехи мира». Агнец – это такое животное, мы знаем, самое незлобивое, самое спокойное. И вот это жертвенное животное сравнивается со Христом по смирению, по послушанию, по незлобию. И Иоанн Креститель говорит, что именно он не просто Агнец Божий, а тот, кто берет на себя все грехи мира. И он восклицает: «Ты ли приходишь ко мне? Я требую, чтобы ты крестил меня, освети, Господи, меня, освети эти воды». Как Николай Сербский пишет, что естество Бога человека было закрыто от других людей двумя завесами. Первая завеса – это плоть человеческая, через которую по воле Божией не видно было света божественного. И второе – это смирение Господа. И Господь снисходит в Иордан, освещает воды, устанавливает вот это будущее таинство крещения, которое начнется по всему миру распространяться после Пятидесятницы. И сегодня в знак этого события освящается вода, и нисходит Дух Святой, как когда-то Он нисходил на воды Иорданские, Он нисходит сегодня на воду, и мы пришли, чтобы взять этой воды, с тем, чтобы эта вода исцеляла в первую очередь наши внутренние болезни, недуги души, когда совсем бывает тяжело, то тогда человек пьет эту воду, мажет свое тело, свою главу. И когда он это делает с верою, с молитвой, то Господь ему помогает в этом. Вот еще сегодня праздник, который заставляет и нас задуматься. Я вчера за всеночным бдением говорил,
святоотеческую мысль, что Господь, выходя из вод иорданских, увидел, и люди увидели, как отверзлись небеса, был слышен глаз Отца Небесного, и Дух Святой в виде голубя сходил на Иисуса Христа. После грехопадения Адама было закрыто небо, был закрыт рай, а здесь мы видим, отверзается, потому что Господь из Иордана, Он вывел не просто одно человеческое естество, а всю природу человека. Всех людей Он выводит из этой страшной воды грехов и отверзается небеса. И каждый из нас, значит, получил вот эту возможность в таинстве крещения, получил гражданство небесное, самое дорогое, что есть на этой земле. Потому что каждый из нас, он знает, что покинет эту землю, но его жизнь на этом не закончится. Жизнь закончится только для тела, а для души, для его личности. Будет продолжение, но в каком состоянии? И вот здесь, когда мы принимаем таинство крещения, мы принимаем усыновление. У нас появляется Отец Небесный, который наш Владыка, Царь, Отец любящий. А у такого богатого Отца очень много наследия. И вот мы вступаем через таинство крещения в это наследство. И это наследство нас там ждет. Но наследник, когда растет в детстве, он еще им не распоряжается. Ему это не позволяется по закону земному, потому что он еще не созрел. У него есть регента, которые смотрят над ним. А затем, когда он приходит в совершеннолетие, он вступает в обладание этим наследством. Вот так же наша земная жизнь – это период созревания. Когда мы с вами еще несознательны, и нам Господь не дает во всей полноты святых своих даров. А когда наша жизнь земная закончится, то перед нами раскроется вот это море радости, счастья, блаженства. Но для того, чтобы это принять, наследник должен себя хорошо вести, живя здесь, во время еще своего несовершеннолетия. Вот так же и мы с вами должны бороться с грехом. И Господь присовокупил к таинству крещения еще одно таинство. Таинство покаяния, которое делает человека таким же, как и после крещения, освящает его, очищает, как в таинстве крещения пишет Ефрем Сирин, есть естество земное и Дух Святой. Это вода и Дух Святой. Вот так же в таинстве покаяния вместо воды земное естество наши слезы. И дальше Дух Святой обновляет, освящает, преображает каждого человека, кто прибегает к этому таинству. Я всех вас поздравляю с этим сегодняшним праздником и желаю каждому из нас продолжать борьбу до последнего своего издыхания с духами злобы поднебесными, которые пытаются через страшную болезнь под названием грех лишить нас этого наследия, лишить нас отцовства, лишить нас этого дорогого гражданства. Да не будет сие. Желаю каждому из нас по прошествии краткой земной жизни обрести вот это наследие, которому мы уже причастны в великом таинстве крещения. Аминь. Спасибо.